это он. Ну, это похоже, что как будто бы он. А, обычно, да, на этой машине. Сегодня у нас воскресный день. О, Евгений, с миром понимаю. Че? Да? Вон он стоит. Вон там. У нас сейчас митрополит должен подъехать, а? Да, мы думали, что Женя. Митрополит так. Надо тоже заснять это. Конечно. Евгений Долгов это. Насосную станцию привез вам. Что? Насосную станцию привез. Да ты что? Да. Ну-ка покажи. Закрой! Что ты делаешь? Женю! Бабочки чистокровные. Чистокровные. Зимой забрался здесь в холонок, все повыжил. Бабочки. Ты платил что-то, нет? Нет. Все. Ребята, которые подарили, просили помолиться за них и все. Как его звать? Александр. Александр. Господи, благослови Александра, прими в познание истины. Не оставь его руки из кармана. Себя, руки ибо из на том свете все остальное канет. И будет только принял ли человек тебя, Спасителя мира, который умер из Александра. Направь его сердце к Вышнему. Воздай ему за это добрый подарок. Боже, слава тебе, аллилуйя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ты, Женя, каждый день нашей молитвы молимся. Спасибо, спасибо. Там голуби. Голуби, голуби. Красивые голуби. Сколько сорт? 10 штук. 6? 10. 10. 10. Ну вот, это шикарно. Надо куда-то поставить, чтобы... А вот если бы перевязать и сейчас завести и там выпустить, вот бы было дело. А то сколько они томятся? Ну, сейчас утром их прям поймали, посадили, я сразу повез. Ну, конечно, ну-ка, подожди. Сюда... Держи, помогай. Володя, кто же это сделает, а? Ну, если... Нельзя уходить. Если тут... Если братья снимать будут, я могу сделать. Ну, ты договорись с кем-то. Потому что лучше тебя никто не сделает.